Привет! Сегодня мы будем рисовать торт, открытку на 8 марта. Но сначала я хочу вам сказать спасибо, что вы смотрите мои видео, что вы подписываетесь и пишете комментарии. Я их читаю. Мне очень приятно, что вы на мой канал подписываетесь. Поэтому подпишитесь и начнем. Вот высота торта. Какой вы торт хотите делать, такую линию и проводите. А после этого нужно будет соединить кривой линии, которая будет горизонтальной. Затем проводим чуть ниже середины торта, для того, чтобы обозначить свой торт. Здесь мы проведем. Это у нас уже, видите, появился свой торт. Thank you.
зеленый. Ребята, я нарисовала уже вот такой вот тортик. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь.